Добро пожаловать, друзья, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Subnautica. Ну что ж, в общем, я полазил, посмотрел, где нам искать этот гребаный резак. Я понял, я выяснил, что он где-то там в темном лесу. Короче, я направление запомнил, но не запомнил, как называется биом. Ну ладно, это не важно. Кстати, у нас есть ласты, если нормально все. Так, вода, еда. Так, у нас есть вода, у нас нет еды. Сейчас быстренько, осталось нам, конечно, запастись и водой, и едой. Кстати, смотрите, как Титан перерисовали. Недавно было обновление, ну, как вы видите. Вы это видео смотрите через 15 дней после этого обновления, потому что я записываю наперед. В общем, тут добавили очень много чего интересного. И, наконец-то, они поменяли вот это дело, смотрите. Опа, видите? Он, типа, как открывает, заходит, смотрите, как заходит. Просто обалденно. Их, наконец-то это сделали. Так, сейчас, минуту. Так, аптечка есть, вода, фильтрованная вода. А, где-то у нас... Ладно, давайте так сделаем. Ёптыть. Ты что творишь, дебил? Взял, отравил все это дело. Ой, дебил. Где вся рыба, кстати? Чиполь? Чиполь? Что-то я не могу... Что-то я не понял, почему у нас... А что не работает? А вот это вот работает, а остальные почему-то не работает. Ладно. Все, сейчас быстренько перекусим и поедем в дальний путь. Прикольная вообще такая анимация, просто обалденная. Так, одну штучку сделаем здесь. Возьмем аптечку. Игру прям реально оптимизировали даже. Я вот чувствую, прям таких вот подлаков нет. Хотя, сейчас посмотрим, как оно будет выглядеть непосредственно в самой игре. Тихо. Вот тут бойцы, а посмотрите, прям какие жесткие. Так, ладно. У нас есть батарейка? Ой, да ладно, у нас нет батарейки. Блин, печаль, беда. Сейчас сделаем батарейки. Фига себе, вот этот крип тоже. Так, медная руда. Медь. Сейчас быстренько батарею сделаем. У нас еще зарядника нет. Вот это тоже большая проблема. Золото, медь. Медь! Есть медь. Прекрасно, здесь у нас медь. Нет, здесь у нас нет меди. Там у нас энергия ячейки была. Так. Один. Два. Все. Теперь я готов. Теперь я точно готов. Кстати, ну ладно, хорошо. Воду выпить и перекусить. Все, ребят, поехали. Welcome aboard, Captain. Куда мы поедем? Сейчас мы с вами сначала... Сейчас посмотрим, где мы находимся. А тот самый биом, я забыл, честно, как он называется. Он находится правее от вот этой. Вот туда. Вот в ту сторону надо плыть. Вот так вот. Но там плавучий остров, короче, за островом. Примерно как-то так. Блин, надо было в планшете хотя бы. Ну, не планшет, у меня этот Samsung. Открыть карту, чтобы там ее как-то увидеть. Ну ладно, в принципе, так тоже сойдет. 98% у нас ХП. А, вернее, энергия. ХП у нас 100%. И музыка какая-то страшная. Вы заметили? Вообще лагов нет. То есть раньше какие-то жесткие подгрузки были, когда мы переходили на новые локации, а здесь уже как-то все прямо обалденно сделано. Выключаем свет. Так, у нас максимально это 200 метров, да? Сейчас мы сначала до острова доплывем. Дойдем. Самое хорошее то, что в мотыльке можно реально долгое время находиться, как бы здесь воздух, да, сам генерируется. Так, вот он, собственно, наш любимый остров. Нам надо как-то пробраться за остров, ну и, конечно же, не попасться к нашему старому другу. Это у нас Левиафан. Так, здесь мы были. Сейчас за островом. Ух ты, там шняга какая-то падает. Прикольно, да, вообще? Так, у нас с собой есть ремонтник, на тот случай, если будут какие-то проблемы.
Вот он остров, он, кстати, на плаву. Он никак не связан с почвой. Ну, землей как-то не говорит, да, как-то не актуально говорит. А вот почва, это да. Ну, так как эта планета вообще иная. Планета океан. Только вот проблема в том, что, скорее всего, на этом острове, то есть в этой местности, огромная глубина. А и, конечно же, нам придется потом дальше идти на погружение. Я вообще ничего не вижу, господа. В общем, вот этот... Нифига себе. А, я опять ухожу на это, да? Хорошо, я понял. Ёптвать. Слушайте, да мы здесь ничего не сделаем. Нам надо погрузиться максимум. А вот мы видим. Вот. Ёптать. Так, у нас давление жесткое. Ну чё, рискнем? Дальше мы не можем ничего сделать. Ёптать, как страшно. Я надеюсь, мои мозги сейчас не лопнут. Давайте рискнем. Так, мы видим, да, мотылек? Прекрасно. Вот здесь вот какие-то именно эти самые обломки должны быть у нас. Ёптать, а это наш новый друг пришел. Он тут очень жесткий. Он тут хозяин. Он нас не любит. Он меня преследует, да? Не, здесь мы никаких обломков не видим. Нам надо всплыть на поверхность как-то либо правее, либо левее взять. Потому что здесь реально нет даже намека, то что... Где вверх, где низ, я чуть не пойму. А вот вверх, все отлично. Надо будет мотылек потом отремонтировать обязательно. У нас еще и ночь, походу. Я вижу луну. Да, вот она, луна. Походу, меня не туда занесло. Ну вот он, да, вот он, этот наш. Как бы. Вот он, корабль. Может быть, в эту сторону надо? Давайте в эту сторону. Блин, как смотреть, оглядываться? Как они, какую кнопку надо зажимать, чтобы оглядываться? Никак. Ух. Так, ну да, да, правильно. Мы все правильно делаем. Мы сейчас попадем в этот биом. Ну, рано или поздно мы там должны оказаться. Как раз эти обломки там и находятся. Еще раз отмечу, самое главное, к Левиафану не попасть. Ёптать. Что-то прям такая жесткая темнота. Прям жестко. Я ни хера ничего не вижу. Ну вот здесь вот должна находиться эта шняга. Может быть, дождаться утра? Повреждение растительности на морском дне предполагает, что это место может быть путем миграции огромной природной формы жизни. Но я нихера не вижу. Полная темнота. Давайте пока выйдем. Возьмем ремонтник в руки. Я надеюсь, я его взял. Да, я его взял. В принципе, строитель нам не нужен. Пока что. О, подвис он. Так, ладно. Как бы здесь должен быть резак. Ладно, давайте вслепую пока. Погрузимся хотя бы на 100 метров. Опа, что-то виднеется. А, это наши друзья. Здорово, чувачок.
хера не видно. Ни хера не видно. Вроде бы еще по слухам комната сканирования должна здесь находиться тоже. Во, что-то есть. Мы что-то видим. Что-то я забыл про это дело. Так, освещай меня быстро. Это что за херня? Фрагмент теплоэлектростанции. Слушай, братан, ну... Вот ты мне не нужен, реально. Мне нужен другой. Золото. Хера себе, там вот эта шняга тоже прикольная. Так, у нас уже воздух заканчивается. Кстати, уже светлеет. Ладно, давай вот так вот пройдемся. Опа, там что-то есть. Ребят, что такое? Что за фигня, интересно? Что за руины такие? Прикольные. Ну-ка. О, даже звук поменяли. Вот это гребаная жесть. А что за вентиляция? Инопланетная вентиляция, да, так и называется. Она мне не всосет? Охереть. Я даже могу тут плавать, ходить, пищать, визжать. Прикольно вообще. Так, где там наш этот мотылек? Ладно, вентиляцию мы просканируем. Вроде бы там ничего такого нет. Давайте еще раз проверим. Нет. Я думал, может быть, что-то какие-нибудь вкусняшки тут должны быть. 30 секунд. Так, ладно, 30 секунд осталось. 200 метров глубина. Так, ремонтируем сразу мотылек. Ладно, посмотрим, может быть, что-то еще найдем. Нам надо осколки искать. Ну, вот эти вот, которые нужно сканировать. Вот теплоэлектростанция, пожалуйста, но она нам не нужна. Нам нужны сейчас другие фрагменты. Ну, там, походу, какой-то... Нет, это текстура была. Так, ну здесь уже глубина уменьшается. Это радует. Но, с другой стороны, красный биом начинается здесь, смотрите. Здесь нам ничего не дадут, у нас здесь красный биом начинается. Поэтому обратно возвращаемся. Опа, там какие-то обломки. Ёптыть, вот они мои друзья. Привет. Сейчас у меня схватит за бочок. Как бы его отпугнуть-то? Вроде бы он не агрится на меня. Так, стоим. Стоим, не двигаемся. А вот он второй. Мне это не интересует, мне этот интересует. Стоим, ребят, не двигаемся. Вот они шняги, которые нужно просканировать. Скорее всего, здесь что-то мы точно найдем. Уходим. Вот, фрагмент сокольной шахты тоже очень нужная вещь. Спокойно, 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 братан. Я понимаю, что ты недоволен моим приходом. Вот он, еще один фрагмент.
Прекрасно. Отлично, 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 отлично. Что у нас туда? Так, это все уже нам не надо. О, звук так прикольно поменяли, да, вот это вот? Я говорю, вы смотрите поздное видео, господа. Как бы это видео предзаписано. Так, Левиафан, мой друг здесь. Мы сейчас не все просканировали. Ну, самое главное то, что есть фрагмент стыковочной шахты. Мы можем построить стыковочную шахту, после этого уже модифицировать наш мотылек, и он сможет до 800, либо там до километра, мне кажется, глубину набирать. Вот там еще какая-то шняга. Надо ее просканировать. Нужно, как говорится, не бояться, аккуратненько все это дело проходить. Без какой-либо... Теплоэлектростанции мы уже сканировали. Ладно. В принципе, тут у нас еще выступы есть. Там серебро, вот медь, медь, вот меди реально не хватает. Это точно должно сканироваться. Ну, это да, с такой шахтой, блин. Ну, ладно, ладно, хорошо. Так, резак. Еще нам нужно резак найти. Резак нам надо найти. По-любому здесь где-то должен быть тоже фрагмент. Может быть, я ошибаюсь. Потому что я вчера очень долгое время читал в Википедии, и где-то, возможно, я... Ух ты. Что-то тут у нас показывает, что можно сканировать. А, это рыба, походу. Бесполезные. Ладно, поехали с такой же шахту делать. В принципе, пока мы живы, здесь у нас очень много левиафанов всяких. Набираем высоту, хотел сказать. Хотя, блин, не знаю, правильно говорится, высоту набирать или нет. Так, нам надо как-то его... аккуратненько обойти нашего друга. Левиафан, это жесть просто. Встретив Левиафана. Я же его боюсь, блин. Чиполь, 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 чиполь. Фух. Вот это гребаная жесть. Давайте здесь вообще походим. Может быть здесь... О, вот какой-то фрагмент тоже. Интересный. Я не знаю, что это такое. О, ёб твою. Ой, ё-моё, как я тебя люблю. Резак, ребята. Здесь у нас есть резаки. Здесь у нас есть резаки. Никуда не уходим. Я, в принципе, был прав. Здесь, оказывается, резак есть. Но он как-то на границе получился, да? Резак, резак, резак. Резак, резак. Ему, походу, не нравится то, что здесь нахожусь, да? Наконец-то мы нашли резак. Вот, 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 еще один. Я вижу очень много выступов тоже, надо их тоже оприходовать. Я заметил, как-то животные не такие уж прям сильно агрессивные стали в последнее время. Вот, у него еще один лазерный резак. Блин, как я доволен, как я рад. Как я доволен. Как я рад. 7 серий искать подряд, да? Мне нравится новый звук, который добавили. Мотылек, мотылек. Вот там, смотрите, видите, тоже всякие вкусняшки есть, скорее всего. Так, ладно, давайте еще раз. Нам надо третий резак найти, третий фрагмент, и будет все чики-брики. Не терять веру, самое главное. Вот еще один. Ой, там еще два сундука. И еще какая-то шняга. Ой, мы даже этот не просканировали. Давай возьмем. Ладно, давай потом расскажу. Так, ну что, резак мы нашли. Обожаю, обожаю мой рандом. Что, все что ли? Или что? Что это было? Просто не было ничего там. Тун-дун, вы открыли резак. Тун-дун. Да, все, мы его открыли.
Тут еще какой-то фрагмент. Ладно, давай титан подобываем, ладно. Нам по-любому титан нужен. Так, мой друг пришел. А, нет питания. О, я думал, есть питание в этом сканере, то есть не надо питания. Оказывается, нет питания. Очень хорошо. Слушай, может быть, еще что-нибудь найдем прикольного? Запомнили, да, ребята? Смотрите на Аврору, чуть-чуть правее уходите, на 3 часа. Ну как, не на 3 часа, даже на 2 часа от Авроры. Вот так вот, видите, где я нахожусь? Вот здесь вот находится резак и комната сканирования. Все. Вот и все. Вот, тоже какая-то вкусняшка. Скорее всего, тоже резак. Но это тоже как бы красный биом, да, считается? Трава же красная. Да, это резак. Ну и нежелательно, вроде бы, насколько я помню, нежелательно всегда быть. Подожди, здесь походу что-то вкусное мы сможем просканировать. А, это у нас также комната сканирования. Тоже комната сканирования. Ладно, поехали строить комнату сканирования. Я не знаю, что для этого нужно. Скорее всего, нужно... Так, нам надо еще воды попить. Блин, повредился. Что за лак такой, а? Смотрите. Бак, лак, шмак. Так, стыковочную станцию, комната сканирования. Ой, сканирования. Стыковочную станцию сейчас будем с вами строить. Ну и резак, конечно же, крафтить наконец-то. И мы сможем все это... Вот рядом с нами, как все это было. Ну как бы относительно рядом с нами, да? Так, а где бы стыковочную станцию поставить? Вот это интересно. Да, обалдел, что ли? Ладно, давай вот просканируем. Пропал. Пропал, чувак, пропал. Так, ладно, выбираем строителя. Да что ты такое будешь делать? Сканер сюда. Строитель. Вот он, такой же станция. 4 титановых слитка. Расширенный комплект проводов и 4 смазки. Можно начинать с расширенного комплекта проводов. Можно слиток еще сделать заранее. Так, да, и 4 титана получить. Еще титан. Сейчас еще слиток сделаем. А, не, не, нет, не хватает, хорошо. А, также нам надо расширенный комплект проводов. Для этого нам нужно один комплект проводов, компьютер-чип. Блин, будет трудно. Хотя нет, комплект проводов у нас есть. Так, кварц возьмем, тоже нужен будет на этот. Так, золото возьмем. Так, расширенный комплект проводов. А, у нас все есть, кроме компьютерного чипа, да. Образец пластичного коралла и медный провод. Насколько я помню, у нас где-то был компьютерный чип. Или я его, наверное, израсходовал уже, скорее всего. Ладно, надо... Придется медь тогда найти. Скорее всего. Да, и нам надо с водой подумать. Сейчас воду надо еще сделать. Ну давай, давай, давай. Бомбит. О, все, встал. Пихнуть невпихуемое. Пойдемте медь искать. Меди нету. Кристалл оксида алюминия. Я не знаю, что это за шняга.
Да, нам надо еще воду сделать, блин. Еду, воду. Блин, реально воды не хватает. Ладно, поехали пузыри искать. Пузыря не вижу. Так, ладно, ребят. Нам придется тогда, мне кажется... слушай, стоп. Слышите, да, как воздух набирается? Прикольно вообще. Нам надо придется, короче, подготовиться сначала к походу к новому. Найти медную руду. Ну и, мне кажется, уже в следующей серии мы сможем с вами построить, собственно говоря, комната стыковочной станции. Но это самое главное. И после этого будем еще искать медь, чтобы дальше делать, там, крафтить. Вроде бы там компьютерный чип надо делать, чтобы делать какие-то улучшения. В общем, я не помню, что для этого требуется. Ну, мы будем продолжать развивать нашу базу. С вами был Римас, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч.